Приветствуем вас, дорогие друзья. У нас сегодня посылка из Китая. Хотим посмотреть, что здесь уже забыли. Еще где-то 20 позиций заказывали. Давайте вместе посмотрим. Видео снимается для того, чтобы видеть, все ли в порядке. Ну и также это для вас, наверное, интересно. Значит, смотрим. Отличная упаковочка. Отлично все, да. Вот. И это у нас индикатор для, ну, вольтметр, амперметр, все в одном. Что меня впечатляет, это на самом деле вот за каких-то там 1,5 евро или 2. Вот, смотрите, как все оформлено. Посмотрим сейчас на качество. Значит, пожалуйста. Так. О! Раз, два, три. Значит, это, скорее всего, для измерения тока. Вот так вот вставляется. И это для измерения напряжения. Так, посмотрим еще по схеме. Но, на самом деле, все так интересно вот и недорого. Можно сделать хороший блок питания, регулируемый блок питания с регулированием напряжения, тока и так далее. Благодаря вот такому вот устройству. Очень интересно. Как я это буду делать в дальнейшем, я тоже сделаю видео. Тоже, наверное, будет вам интересно. Если вам это действительно будет интересно и вам эта информация полезна, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго. Пока-пока.